Мои хорошие, всем огромный привет! Мы начинаем с вами новый влог, влог из Воронежа. Мы приехали сюда не просто так, не просто так состоит здание сзади меня. Это наш будущий дом. Сейчас я вам его обязательно покажу поближе. Мы приехали всей своей дружной компанией. С Москвы приехал брат, когда это получается в понедельник утром. Да, вот, сейчас мы... Сначала быстро вам покажу территорию. А потом мы пойдем посмотрим квартиру. Ну, что-то новенькое, что-то интересненькое. Антошка, муж Антошка, который на работе. Потому что и брат Антон, и муж Антон. Как не запутаться, да? Сейчас быстро пройду по территории, покажу вам. Уже, по-моему, 3 раза вам об этом сказала. И пойдем в нашу квартиру. Ну что, я зашла. Это вот территория, где деткам поиграть, горка. И вот наш дом. 17 этажей. Просто шикарный дом. Классный. Здесь горка. Там, получается, футбольная и баскетбольная площадка. Вон мои все. Баба, деда, внук и сын. Здесь у нас, получается, вагонный. Вагонный, по-моему, правильно сказать, завод. Здесь такой вот небольшой лесок. А вот там будут строиться такие же дома, как и этот. Да, это новостройка. Все, меня уже ждут. Мы пошли. А, что, идем? Ну, сейчас потом пойдем на горку. Потом будешь около дома на горке, ладно? Оставили Кирюшку с крестным, потому что что-то прям заныл, что хочет на горке. Крестный не против, крестный только рад. А мы поднимаемся. Точнее, сначала заходим в наш подъезд. Идем. Идем. Информация. Все так красиво сделано. 2 лифта. Один поменьше, который, как сказать, не поменьше, один пассажирский. И один уже грузовой. А мы вызвали что-то 2 прям сразу. Поехали. Подъезжаем. Приехали. В принципе, у нас этаж не поменялся. И сразу такая песня в голове. На 8 этаже за 7 часов счастья. Так, что нам куда? А, вот. Идем. Направо. Ты уже как это, как в машине. Пошли. Так, заходим. Сразу вместе с вами будем смотреть. Потому что, чтобы быстренько, то у нас холл. Так, что, пойдем сразу. Так. Вот это будет... Ой, фокус. Вот это будет наша комната с Антошей. Покажу быстро вид из окна. Просто. Вид шикарный. Класс. Так, идем дальше. Она уже сделана под ключ. Ламинат на полу. Все культурно, цивильно. Все шикарно. А? Нате, пожалуйста. Сумку возьми тогда мою. Давай. На. Так, здесь не забудем. Здесь туалет и, господи, ванна. Ну, света нету, поэтому не включу. Специально будет у меня здесь машинка стоять. Стиральная. Это будет у нас родительская спальня. Да, здесь лоджия идет. Конечно, мыть надо будет. Охо-хо, мне тут намывать. Только прям хорошая лоджия, широкая. Так. Мамочка, куда дальше идем? Ай, ты пошла. Сама иди, да? Сама иди. Ой, круто. Так, дальше. Мы вернулись в холл, вот входная дверь. Здесь будет... Ха, Кирюшина комната тоже с шикарным видом, но уже на улицу, во двор. И вот как раз-таки вот этот вот завод. Зато тихо. Как говорится, нет этих машин. Кирюшка с крестным, видите, да?
Вот. В песочнице играет с крестным. Так, пошлите дальше. Дальше, дальше. Ага, уже меряют. Меряют специально, чтобы кухню нам надо заказать. И этот, прихожку хотим. Это вот как гостиная. Здесь будет телевизор, диван. Ну, короче, здесь все обустраивается. Здесь и обеденная зона. И сама кухня. Так, и здесь еще один холл. И уже просто туалет с раковиной. Давайте. Это хочешь зеркало померить? Да. Девочки, квартира шикарная. Я прям довольная. Она прям классная. Вообще, я довольна просто как в салон, наверное. Радости нет предела. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Мы так долго этого ждали. Вообще. Вот. И возникает вопрос по поводу родителей. То, что родители уедут, что мы будем далеко. Они уедут, но уедут временно. Они потом приедут, мы будем жить все вместе. Поэтому от родителей мы надолго, по крайней мере, не уехали. Вот. Просто вопрос времени, так сказать. Вот. Ладненько. Мы пошли дальше. Пойдемте посмотрим, что вообще родители делают. Быстренько. И нам надо будет вернуть ключ, потому что мы так взяли его на время. Ну, классно. Ну, мы, девочки, все отмывать надо будет. Понятно? Чем портер его шел? Ну, что пока вот это уже, шторка же выдает. Вот поменьше чуть-чуть. Шторка будет закидать сюда, к вашему сведению. Даже если она там куда висит в свободном положении, и шо она нам зеркало пошкребает? Заляпает. Вот тогда, когда ты штуку сюда закинешь, я как вам это... И так всегда. Пипец. Ну, Тёмка, и так всегда. Конечно. Мам, ну найдем 70. Сюда на машине. Да. Папа все записывает. Сейчас вот здесь померим. Прихожку. Вот сюда хотим шкаф-купе. Да, мам? Так и остается, как и думали. Да. Шкаф-купе, а здесь... Как ее объяснить? Мини-прихожка? Раздевалка. Или как она? Да. Это холл. А слушай, а давайте вот здесь вот около входной двери померим, насколько этот приблизительно ковер для этого посмотреть. А что его смотреть? Ковром мой? Ну, понятно. Но я в смысле длину а или... Да, да. Размер ковра какой смотреть? Чтобы уже знать-то. А вот так приблизительно. А вот так вот приблизительно можно и вот так вот закатать, понимаешь? Не, зачем? Нет, я имею в виду так, чтобы вот так вот. Я имею в виду, померь его сразу. Да. 110, не меньше. Ну понятно. Хоть какой? 110 на сколько? Хоть на сколько? Ну вот хоть на сколько прикинуть просто. А что, не понимаешь, что такое метод? Не, ну а зачем? Или прям хочешь полный сюда? Нет, зачем? Дискуссия начинается. Ладно, все хорошо. Ладно. Вот здесь. Вот так, и это разуться, чтобы обувь зайти, встать, разуться. Вот я... Не длиннее. Вот это я и спрашиваю. Но я только вот он метр. Вот это он очень метр. Много. Конечно. Сантиметров 80, не больше. Вот и все, весь вопрос решен. Хорошо. Вот это вот мы же хотели тут померить. Шкаф, чтобы посмотреть какой. Вот он. Полностью 2,20, вот он. Вы контролируете? Вот он. До дверка, да? Да. А у нас 2,10. А у нас 2,10. А у нас свой. Вот. О, нормально. Классно. Ну да. А высота, вы мерили, да, высоту уже? Высота 2,20. Ну и все. Какие по 20, мама? Шкаф-купе? Шкаф-купе. Там не потолок. А потолок сколько? У меня 2,50. Нормально. А вот здесь ты хотел сколько этим? Сколько получается секций, которые ты хотел? Если 3 секции, это 1,80 м. А тут вся. Нет, я немножко отойди. Не прям впритык. Я так надо отойти подойду. Вот.
Смотри, 2,80. Юра, оставь там для пуфика, веди весь убей трошки. Ну, можно не до самых... Не, ну не до самых дверей. Слушай сюда, 4 секции по 60 сантиметров, 2,40. Вот она. Вот 2,40. Вот так вот я вот там. Ступите я для ну пуфика. Ну вот, да. И вот здесь такой сюда, вот два... Даже ближе сюда. Да, еще ближе? Ну да, чуть-чуть, чтобы вот такое. Так. Вот здесь проект 2,40. Вот я про что говорю, 2 с вешалками, потом зеркало, тумба, потом этот шкафчик. А тут же этот самый, шкаф проект. Ну, то есть, а как это написано? Мама, дверной проем этот запиши. Пополь, дверной проем на всякий случай запиши. Чего? Ну, ты же мерил дверной проем вот здесь. Записать в блокнот, я имею в виду. 1,10 м. Вот я имею в виду записать в блокнот его. Дверной проем входной двери. Или как правильно писать? Правильно. Так, что, все померло, да? А лампочку не манили, да? А, нет, конечно. Все пусто. Круто. Круто. Обои, вот не знаю, вот прям видно, какие в этой комнате обои. Получается, в родительской. Вот даже приличные обои, их и трогать не надо, да, мам? Прям здесь очень классно. В коридоре такие, больше как персиковый цвет. Так, а здесь... Такой желтоватый, какой-то лимонный цвет, тоже прям классно. Мы трогать ничего не будем, никакого ремонта. Сейчас не до него. Так. Чего там случилось? Мамочек, что случилось? Ничего. Нормально? Что-то должно было случиться? Нет. Все. О, это самое. Полочку можно взять в туалет? Вот сюда вот ее. Запахать, как у нас на кухне. Как в туалете? А зачем? А весь химдым, чтобы там был. А вон химдым, смотри, там сзади прям стоит поставить, конечно. Маленькую какую-то эту контейнер, типа, чтобы поставить его и ну, туда. Ну, с контейнером, но там и достанет все сзади. Потом про це подумаю. А там химдым можно, где этот, в том, где ванна, вот туда положить. Там же под ванной вот такая же закрытая, как у нас. Правильно, такая же, как у нас, ненадежная. А. Шторка. Ну так да, вот. Шторка, да, называется внизу. Как... Нет, она про это говорит. Я про нее и говорю, да. Я папа говорит, что ненадежная. Шторка. Папа, подожди, пап. Мы вот здесь хотим, вот здесь вот за раковиной, шкафчик, как, ну, небольшой, под мойкой, да. И весь химдым туда поставим. И отсюда за туалетной бумагой, не, ну туалетную бумагу туда поставим, почему? Сюда все равно, и там, и там будет освежитель, пап. Ну вот, и все будет на полу грубо уже стоять. Ну это не сейчас. Не, ну смысл в другом, меряю. Мне больше интереснее, допустим, поставить зубную щетку, зубную пасту и вот какой-то шампунь, не шампунь, вот эти вот дела. Это тоже надо как, или шкафчик, или что придумать. Че, да. Не права, что ли? Права. Ну это прям не именно сейчас. Только, папа говорит про химдым. Вот здесь, ничего не вешать, это раз. Во-вторых, вот здесь, все силиконовым, водостойким, герметиком. Ну что, мы сходили домой, пообедали. Кирюшку уложила спать, он сейчас спит. Крестный его караулит. Естественно, одного его не оставили. И я вместе с родителями приехали в мебель Шара. Сейчас хотим выбрать кухню, заказать ее. Будем делать на заказ. И прихожку. Тоже сразу уже все. Вот. Родители уже смотрели, когда были в прошлый раз здесь. Какие-то варианты или что-то. А теперь уже идем выбирать конкретно вместе.
Так что постараюсь поснимать. Вот с нами. Вот сюда мы пришли. Здесь, конечно, чего только нет. Вот, но нам надо вот ОДМ, Остужевский дом мебели. Мы как раз на кольце Остужевском. Сейчас, мы... сейчас идем туда. Уже сейчас без меня уйдут. Все, пошли выбирать. Здрасте. Нас уже ждут. А вот этот? В общем, почищенький. Очень и места для хранения там, наверное, нет? Да. Почему нет? Есть. Погонь прям. А нам нужен разве в эту сторону? А, ну. А он модульный, можешь перекидывать. Смотрите, что же в хан? Вы его рассматриваете, да? Да, на самом деле, есть, вот, это называется искусственная шлифованная замша, вот, а есть ткань, вот, просто вот, это типа велюра. Ну, слушай, она мне она показывала. Мы сначала хотели посмотреть это. Пойдем, пройдем. Покажем, Юля, да, что? Конечно. Потом сядем. Вон то красное, что вон она, вижу ее. Здрасте. Ой, тут же другой стоит. Это какой-то темно-фиолетовый, что ли? Наташа, ну то, только вверх мы говорили. Вверх будет серый. Вот оно, это миллион. Да. То есть под... В общем, почищено. Ну, просто лестница хочется не хотеть света. Ну, это мы вам другую культуру. Да, да, да. Потому что это как-то немножко... Да, я как-то меняю цвет. А какого столичности цвета? Нет, цвет. Понятно. А плиточка у вас будет уже или тоже фартук будет? Нет, фартук мы посмотрим. Да, я покажу вам. Да, варианты. Ну, симпатично. Поменял цвет, видите? Это он же, что ли? Да. Вот он там, вот, он вообще называется фиолет, угу. А мы его и хамелеон называем. Видите, он, а тут он, кажется, зеленцой. Да, здесь прям зеленцой, кажется, ничего себе. Того, как падает цвет. Подсветка какая-то. И как падает цвет. Солнышко утром вышло одного цвета, вечером она другая тут. Угу. То есть очень интересно. Угу. Что, вверх чё, очень светлый? Ну вот, что б ты хотела, скажи. А ну, мне вообще варианты и тот вот то, того сочетания нравится и с красным. Тоже. Мне тоже. Красным. Тебе тоже? Да. Мне вот то сочетание, оно как-то, мне кажется, интереснее смотрится, конечно, чем со светлым. Да, столешницу... Вот смотрите, тут явно прям сиреневый, но тут еще такой цвет. Но тут наоборот, серый внизу, а этот вверху. Это вот этот хамелеон? Да, это вот да, он да. Есть. Это он так... Это вот он, вот это он вообще. Просто его очень освещают, видите, поэтому тут очень много вот... Поэтому цвет будет вот как вот, вот на карте. Нет, а с красным того сочетания... Ну, ну вон же оно на образце. Да. На образце, ну, сейчас может быть... В образце, да. Есть красное вот, видишь, как с сером. Из... Красное, но бордо с сером. Нет, вот оно, кажется... смотри, Юль. Вот оно. Ну, да, я это понимаю, я понимаю, живую. Да, живая, да, больше. Не, мне просто интересно вот это вот со светлым сочетанием. Нету а такого? Ну вот же со светлым. Мне нравится с красным. Только наоборот. Да. Не, мне больше с красным нравится. Вот, так, вот такой вот вариант самый оптимальный. Не? Мне. Ну а ты скажи. Нет, то мне тоже нравится, не спорю. Но? Смотрите, это поспокойнее. Угу. Это по вот прям по агрессивнее. Ну мы не нормально. Какой-нибудь спокойный взять и выбрать фартук. Раз, ну, разбавить вот это вот. А фартук нам надо как? Ну, подожди, так покажет. Мне кажется, это будет уже перебор. Чего ты хочешь? Если красное. Нет. Если с серым, то да, может быть. А с красным, может быть, уже... Мне кажется, вообще надо что-то однотонное брать. Тут уже два цвета. Что вы нам сейчас покажете. Или какой-то перелив такой светленький, нежный такой. Вот что-то пойдем. Так, 2.10. А, ты хочешь по прихожке сразу? Да, по прихожке. А цвет, сейчас я вам... А приблизительно цвета вживую посмотреть нельзя? Нет, подожди, а можно... У нас метр два. А? Мы, я, ну, вообще какой есть в зале. Можно вот. Мы посмотрим, да, тоже? Пойдем-ка.
Ну понятно, нам просто расцветку. Зеркалами, там часть можно зеркалами, часть без зеркал. Зеркалами. Вот такие полочки. С одной стороны будут полочки, я вам покажу. Угу, большие. Да, можно еще ящиками добавить, то есть это дополнительные. Ну ящики. Нет, нужны ящики, они ящики. Нет, лучше такие полочки. Нет. Ну, в прихожей. Полки будут уже сюда. Да. Ну да, 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 да. Вот, с одной стороны будут ящики, я вам покажу, два десять работают. Вот такая шалба хорошая, то есть вещи вешаются вот там. Вот смотрите, вот этот шкаф 1,80 м, видите? То есть и бывает он еще белый. Угу. Белый шкаф. Не-не, размеры мы уже определили. Нет, я про размер, я просто показываю, но он будет просто побольше. Да. Можно сделать с фотопечатью, можно сделать зеркалами. Можно без зеркала, ну понятно. Тоже этот вопрос решен. Посредине зеркала я вам там уже открыл. Хорошо. И цвет. А еще какой-то еще же был. И вот так вот. Слушай, а что ты не хочешь? Смотри, как свото, фото, вон. Слушай, смотри, как красиво-то. А что нам зеркало? Если у нас вот такое вот зеркало, вот оно будет. Не вот оно, дочь. Вот она прихожка, которую мы смотрели. Вот она. Да? Плюс, да. И плюс еще вот оно. А что вот так вот? Я бы с фото это сделала, не? Да. Черное зеркало вот так вот хватать будет. А там еще зеркала будут. Давай так, вот тут вот зеркал пусть будут вот это. Фото, печать. Фото. А вот фото. Тут у нас будет зеркало, достаточно будет зеркало. А я вам не говорю, там зеркало. Нет, я имею в виду, которые в шкафе, шкаф-купе. Вон шкаф-купе, зеркало там не надо. Если фотопечать, то, естественно, мы уже не сделаем. Ну, да понятно. Вы и говорили, что вы думали зеркала, а не зеркала, а вот так вот сделать. Так, только по 40, по 20. Да, он по 20. Да. Я так понимаю, будет в одну линию стоять или в разную? Нет. Там у нас получается, это... вы понимаете, квадратный пол. Все, я поняла. По правой стороне идет... Шкаф-купе. 2,10. Нет. Именно раздевалочка, вот, прихожка. Нет. Там... Ну, это не... У нас угол, но мы не собираемся угловое делать, а просто туда поставить... Шкаф-купе. Да. Хорошо. Вот, мне прям вот это фото прям очень понравилось. Там не только такая расцветочка. Я понимаю. Сейчас глаза разбегутся. 60 сантиметров. Пап, но это же не такой же вариант у нас прихожки мы захотели. Не такой вариант прихожки. С вот этим и шкафом еще? Нет. Ну, я просто поэтому... Просто добавить всю вот эту серединку, да. Правильно, где вешать. Да. Мне вот эта расцветка прям нравится. Вот это у меня есть цвет. Нет, она просто показывает варианты цветов, поэтому я говорю. Смотри, даже по цвету прихожка вот так пойдет, да? Да, я и говорю. Даже вот смотрите, мы можем вот заказать, если вам понравилось вот это. Ну, еще же варианты посмотрим. Я покажу, да. Вот с этим сочетанием цветов... Если очень смотрится, да. Если выберете, там вот такой карбас. То есть в любом случае подойдет. Я вам сейчас покажу. Видите, он идет без вот этой, это просто как дополнительно показываю. Вот так он 2,10. Вот так он будет в серединочку. Вот так идут полки, а здесь хорошая штанга. А вот лицевую дочь выбирает. Действительно, зеркало. Давайте сначала это кухню сделаем, пап. Давай, поехали. Давайте за кухню, да, возьмемся, а потом это уже будет спокойнее. Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are rose filled light, tears are running fast. Still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason.
house. This was supposed to be my year.